Суббота. В субботу я иду делать домашку в Starbucks. Сейчас иду, воды себе возьму. И потом посмотрим. Ковоз поехал. У нас бомжи так собирают бутылки. У них ездят, сдают. Вот это весь кагар на девчину. Она позирует на фоне реки. Парк Сумицкий, местный парк в кавычках. Я направляюсь в Шибую. Мне там до центра доехать надо, потом пересесть на Гинзу линию. Это другая часть города. Вышел на Шибуя. Конечная станция. Гинза Шибуя Стейшн. Я направляюсь к статуе Хачико, собаки. Кто смотрел фильм, то знает. И рядом с статуей есть пешеходный переход известный, который больше всего в мире переходит одновременно людей. Здесь уже тусняк начинается. Рекламные. Вот как видно, показывают Токио. Это Big Camera. Торговый центр. Вот эти огни ночью, которые горят. Это все вот здесь, в Шинджуку. Это такое высокое здание. И долго ждать пешеходный переход. Здесь, я смотрю, Next. Это Bullet Train. Как он называется? Как же он по-русски называется? Шинкансен. Самый быстрый поезд. Я смотрю, здесь уже ряженые ходят. Ряженые, имею в виду, модники. Стиль. Линд. Это шоколад. К этой улице вот одновременно проходят все. Целая толпа. Здесь все шопинг-моллы, магазины. Да, реклама здесь, конечно, на всех зданиях. Так, надо Хачико найти. Здесь толпа повсюду. Вот это псина. Псина на стене. Значит, она где-то рядом. Где ж ты, песик, где? Псина. Он где-то здесь должен быть. Шибуйская остановка здесь.
Она повсюду. А вот она, псинка. Да, там, конечно, толпа. Еще и суббота. В субботу я пришел в самый разгар. Стоит, чтобы сфоткаться с этой псиной. Я сдалека сфоткался, мне этого хватает. Песик, он маленький, статуэтка маленькая. Просто он известность получил, то что он ждал хозяина, а хозяин уже умер. И он все его ждал, по привычке. Там целая очередь собралась. Вот эта улица, где переходят. Я думал, она как-то получше выглядит. Давайте, давайте. Сейчас будут переходить. Они одновременно переходят. Потому что если здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Погнала. Толпа погнала. И поперли одновременно. Да, это, конечно, пешеходная, я думал, на более поболее будет, как больше. И сами эти дорожки, они облупленные, что в нем ходят полно людей. Ночью здесь красиво. Может, приду сюда ночью, посмотрю. Пока не собралось народу. Сейчас уже начинает собираться переходить. Погнали переходить. Первый раз перехожу. И стоят, фоткаются. Как на центральном базаре. Приходят. Я представляю, если бы здесь по одной открывали линии. Здесь просто очереди огромные были. Так получилось, что здесь дорог самых крупных, одни из самых крупных соединяются. А я иду в парк, там несколько штук, 5 точек есть посмотреть. Храм, парки, озерцо, все как обычно. Опять я вижу этот знак. Все в Макдак идут. Так, мне здесь надо налево, Моди. Моди, Моди. Реклама, магазины, Зара, шматье, все брендовые здесь. Но я смотрю, у японок, у них свой стиль одеваться, нотки своего есть, фэшн. И они, кстати, не говорят Япония, они говорят Ниппон, это на японском Япония. Ниппон. Допустим, NHK, национальный канал. На букву N, Ниппон. Здесь тоже переходить сейчас буду. В двух шагах от
Он Такома, это симка NTT. Это симка, которой я пользуюсь, компания, провайдер мобильной связи. NTT это национальная, походу, она. Это что-то уже ихнее. Давайте, давайте, чуваки, двигаем. Двигаем, двигаем. Здесь на глазеет на Samsung Galaxy. Это Disney Store. Парко. Ага, я видел, это фирма такая. Казино. Да, интересно. Ну, ничего необычного, я скажу. Когда смотришь онлайн, кажется, и когда приходишь, как бы ощущение, ожидаешь немного большего, чем предоставляется иногда. А иногда получается, что думаешь, что будет какая-то фигня, а на самом деле классная. То есть, как попадешь. Я думаю, сюда на переход надо ночью приходить, когда огни и такое вот. Больше эффект. Парку. Я еще два университета здесь видел. Apple Store. Ну, Apple Store не удивишь. Марк Якобс. Здесь много иностранных. Genius Inspira. Вот это местная фирма. Монклер. Здесь камуфляж поезда. Еще Family Mart не был. Я смотрю, здесь магазин. Посмотрю, что там. Может, водычки возьму. Я сейчас выпил по субботам. Взял себе кофе, венди, чашку, вернул. Тобу Хотел. Кошак. У них есть еще кошка, этот, реклама. Сейчас сравним третью сеть по величине Family Mart. Что там за ништячки? Телефон. Телефон-будка. Лучше Wi-Fi поставили.